你连大师兄屁股边上的一根毛都不如，你老猪的聪明伶俐，绝不相信大师兄死了。哼，老猴子的话嘛，不能不信，也不能全信，这叫顺水推舟。你只管跟着老猪，听凭老猪差遣，我倒要看看老葫芦你到底卖的什么药。 Эх, этот кабан никогда не заткнется. Всем привет. С вами Мимик, и мы продолжаем проходить у Конга. В прошлый раз мы переплыли озеро и попали, ну, под названием Нагорке озеро. На этой черепахе проплыли, прям как капитан Жек Воробей со своей басней. Ладно, локация тоже большая и интересная, поэтому начнем тоже сразу с интересной части. Пойдем в левую часть исследовать, а потом разберемся из основных врагов. Туда эти ледяные пацанчики. Кабан нам помогает. Урон небольшой, но все же, все равно довольно хороший. Убить его нельзя. Давай, кабан. Как напарник нормальный, только довольно много болтает. Ну да. Там наверху, здесь небольшая развилка, там есть пароход, но оттуда мы выйдем обратно, потому что он, ну, закольцован. А идем мы сюда. В прошлый раз мы, да, с черепахи видели еще одного луна. А, снова знакомая лица, неужто Желтобровый пленил всех моих старых друзей? Зимой лезть в воду, конечно, да. Привет, старина! Чего ты уставился? Не смотри сюда. И нет, ты мне все испортил. Чень лун. Давай, кабан. Немножко противный враг. Эх, не попал. Ну, ничего особо сложного в нем нету. Кабан время от времени может нас даже подхиливать. Вот, собственно, хиляет нас. Поэтому не проблема его победить. Да и ХП у него тоже. Молодцы, пацаны. Ай. Безнадежный на бессмертие я подвергаюсь твоим пыткам. Да лучше уж умереть. Старый лун не может шевельнуть ни одним мускулом. Меня может спасти только пилюля Суйдога. Всего лишь пацан хочет бессмертия.
Ну, бывает. Ты все еще здесь? Старый Лон на последнем издыхании. Больно, как больно. Меня изгнали мир смертных и лишили почти всей силы. Прожить остаток дней в покое. Разве я о многом прошу? А он сказал про пилюлю, и да, чтобы продвинуть с ним квестлайн, надо сходить к собаке во второй главе и взять у него пилюлю. Ну а сначала пройдем немножко дальше. Здесь тоже у нас должен быть этот цветок. Отбираем. Это точно какой-то храм. Надо бы глянуть, что там. О, ладно, у меня вся задница отмерзла. Есть такое дело. Ладно. Я не хочу умирать. Вот, собственно, там проходка, про которую я говорил, что мы выйдем. Хватит с меня, Ягуаев. Прочь. Видимо, кому-то нужна помощь. Новый Запад полон обманщиков. Этот тип явно задумал недоброе. Надо спасти бедолагу. Враги несложные. Плюс помогает кабан. Держись, кабан. Да надоело летать-то. Забивай его. Красавчик. Ты что, не собираешься меня есть? Я охотился за сокровищами, но сам стал добычей. Я обязан тебе жизнью, благородный господин. Как только найду сокровища, обязательно поделюсь. Почему в так называемых владениях Буд живут одни ягуаи? Если они вернутся, ты защитишь меня снова, а? Зеленая шкура, красная внутри, ничего слаще в жару не найти. Где взять что-то подобное в ледяной пустыне? В общем, да, путник. Когда мы перезапустим локацию, его не будет. Про зеленую шкуру, ну, все понимают, что это арбуз. Ну и зимой они обычно не водятся. Подбираем лут, и также здесь в озере у нас есть микстура. Почему она просто так здесь лежит, немножко не понимаю. Роман на синем мосту. О, тут тупик. И там тупик. Нажимаю. Напиток. Каждый глоток восстанавливает 36 здоровья и повышает скорость передвижения.
Но получается, что у него сразу доступны три добавки. Мы сможем сюда засунуть. И в целом просто этот, так скажем, винчик мы попиваем, да и все. Ну, скорость передвижения не настолько важна. Поэтому да. Ну, хотя три добавки тоже ситуативно. Где-нибудь помогут. Тут у нас больше ничего нету. Здесь у нас несколько этих замороженных воинов. Древняя жемчужина. Что с тобой, кабан? Потыкнулся. Левелап полезно. Ну и собственно, да, мы выходим обратно к локации. Пошли, сходим к собаке и возьмем пилюльку. Ну, живи, игра. А также снова могу и хочу сказать тоже насчет, как обычно, нашей ситуации. Ссылки в описании у нас есть. Twitch, Discord, если что-то там с Ютубом сильно не наладится, то что сейчас неполадки бывают по времени, буду ролики публиковать, ну, на Твиче показывать, оттуда можешь перекидывать на Ютуб, поэтому если что, тоже следите с Твичом. А там уже, может, придется снова переходить на всякие эти альтернативы. Типа ВК. Разберемся. Пёсель у тебя. Да ничего. Интересно, он не продается. Ну, в плюс хпшка. Одна крупица стоит в 5 хп, как-то многовато, конечно, но что ж поделать. А выносливость в целом пофиг. Сопротивление тоже не так сильно роляют, как хотелось бы. Остальное ему важное взяли. Ну, скорость восстановления тоже. Жалко, вот атаки все-таки нету тут. Ну да,
Появилась опция говорить. С таким хмурым лицом ты можешь идти только от этого задиры куда-то. Прошу, не думай о нем худо. С первого дня нашего долгого знакомства он отличается скверным нравом. Но и не жалей, его силам ничто не грозит. Если он просит еще одну пилюлю, я с радостью ее дарую. Да, и также дают там рецепт укрепляющего снадобья. Ненадолго усиливает эффект стойкость, который дает некоторые способности посоха. Из-за этого врагам становится сложнее помешать вам использовать их. Окей. Сама пилюлька. Ну и важный предмет. Особая пилюля для укрепления костей. Ее нужно как можно скорее отнести старому луну из у Горького озера, пока тот совсем не разбушевался. Разбушуется. Получит он пилюлей. Поэтому не проблема. Ну, игра. В прошлый раз как-то было все лучше. Бывают какие-то проблемы, видимо, может, с шейдерами этими дурацкими. Иногда запускается она прям вообще хорошо. А иногда вот какие-то непонятные там подзагрузки, фризы и так далее. Ну, я думаю, каждый второй жаловался на эту игру. На пилюлю. Он, правда, ее не хавает, а почему-то выкидывает. Ты ее у нас способен обучаться. Эта пилюля даст мне силы снять печать заповедной обители. Нарисованный мир, рай, который мы создадим вместе с другими богами. Обезьяна на своем месте, пора и нам снова собраться. Засосала нас, так же скажем, в пергамент, ну, картину, кому как удобней. Кого мы видим? Мы видим мартышку, мы видим собаку, мы видим этого Луна. Свиток с благими пожеланиями. И мы попадаем в место, так называемый хаб этой игры. Все важные NPC. Ну, боги-полубоги тоже попадают сюда. Ну, мир зодиаков, так скажем. Мы можем сюда, понятное дело, перемещаться, когда захотим. Если посмотрим здесь, то иконка NPC отсюда исчезла. Отсюда тоже пёсель исчез. Здесь только вот этот вот каменный пацанчик и остался на месте.
Ну, с погреба пёсель тоже сбежал. Чтоб созд... Вот это. Снова опция говорить. Благодарю за то, что устроил нам встречу, смельчак. Здесь я могу заняться своим искусством. О, как давно и мечтал вернуться. Отныне заходи ко мне за лекарствами. Вот, возьми в знак благодарности. Да, время от времени он будет давать нам по несколько штук рандомных улучшалок. И не сказал бы, что прям... Ну как, халява всегда полезна, но проблема в том, что они ж вроде как не копятся, если у нас их максимальное количество здесь. Хотя он в запасе типа написано. Да, копятся. Почему-то я думал иначе. Ну, мы их особо не хаваем, поэтому... Обезьяна. Ну, дела. Я ведь поэтому и пристрастился к выпивке, когда попал с небес на землю. Не думал, что снова увижу друзей. А теперь я снова в нарисованном мире. Кому нужны трудные путешествия, когда можно выпить с друзьями в таком уютном месте? Ну, это... Да. Улучшения, ну, у нас не хватает. Ни там, ни сям. Отвары переставлять не хочу. В магазине у тебя вроде бы, да, тоже ничего нового сейчас не появляется. Теперь все боги зодиака могут свободно приходить сюда. И не стоит недооценивать моих братьев. Столь опасное путешествие. Чудо зевота. Так, я впустил тебя, увидев родственную душу. Да. А раньше рандомно мы могли получать семена. И пчень лун сможет садить эти семена. И будем мы тоже получать халявное леса. А, не сразу, понятное дело. Болтает он, конечно, многовато. Ну да. Посадили, и будем теперь ждать, когда они вырастут. Но дальше находится самая важная часть. Кузнец. С мечом Клауда, блин. Избавь меня от болтовни. Глаза мои не видели эти железки. А, да. Изготовитель, торгаш, и также есть опция вызвать на бой. Бой очень сложный, ну, на данном, по крайней мере, этапе. За победу мы сможем превращаться в кота. Превращение очень сильно, поэтому тоже нужно задуматься. Также в магазине у него продаются ресурсы, и ресурсы находятся в бесконечном своем ассортименте, так скажем. Шел, крупица ягуая, пряжка и дух камней. Их мы можем покупать бесконечно, поэтому фармить их теперь нет нужды.
Также, да, оружие. Хоть оно светится, но нет, это просто опция, что мы можем сделать. Точно так же и снаряжение. Ну и также есть третья кнопка. Ну, больше опция. Улучшить снаряжение. Мы их можем улучшать. Не точить, как в других играх, а именно повышать им ранги и повышать статы. И поэтому я ходил в этом сете. Он мне довольно нравится по именно полезности. Ну и теперь мы можем еще и защиту поднять ему. Нужен шелк и лисий из холодного железа. Холодного железа мы нашли тоже довольно большое количество, поэтому почему бы нет? Видно, что теперь из-за редкого грейда оно перешло в эпический. И также вон внизу показано, что еще два улучшения. Также, да, халявный, ну, этот сет за предзаказ тоже можно улучшать. Дальше нам требуется уже тонкая золотая нить. Ее довольно мало сейчас, поэтому не думаю, что стоит ее тратить. Ну, понятное дело, мы и найдем ее еще и не одну. Добивание. Видим, что защита неплохо добавляется в целом. Если нужна еще защита, ну, наверное, так и поступим. Вместо того, чтобы повышать, ну, тут двадцатка, один раз повышать какой-то из доспехов, можно улучшить также и руки, и ноги. Да. Таким образом мы получим больше в сумме защиты, чем просто что-то одно. Ну, шапка вообще мало дает, двадцатка. Тут больше будет двадцатки. Явно. Давайте. Да, там еще золотая нить нужна и небесная лента нужна будет. Что тоже довольно интересно. И теперь у нас 278 защиты, что неплохо. По навыкам. В целом, натиск можно догрейдить. Ну, наверное, возьмем добивание. Оно пригодится, чтобы получать еще больше очков концентрации. Ну и также повторюсь, что мы идем в град ударов. В журнал. Журнал попозже. Перед дракой с котом можно в целом выпить какие-нибудь бутылки. Сопротивление урону помогает, потому что он очень много урона наносит. Прям вообще жесть. И долгие у него удары. Можно в целом на повышение урона взять бутылку. Можно выпить сразу перед боем. На нем не работает наша читерная остановка времени, потому что он просто моментально уходит из нее. Но также работают двойники. И двойники можно использовать в самом начале боя сразу, потому что он будет тупить. Сразу клацаем. Вот она, Никс. Остановка времени почему-то работает от наших клонов, но не работает от нас.
Ну да, котяра. А, любит. Телепортироваться. Также есть у него читерный захват. Немножко, конечно, переопанный, по-моему. Я хиляюсь. Не знаю, я считаю бой с тигром одним из самых, наверное, лучших в плане боев до этого момента. Я... Говорит, выкаю другой себе клинок. Тигр крутой, конечно, очень. А, темное течение. Заклинание. Черный ветер налетает. Он судьбы. А судьбы танцует танец. А, тот, кто отступит, то замрет. Шаг назад, шаг вперед. Избранный превращается в тигра инь. Он может блокировать удары мечом, либо броситься вперед со скоростью ветра и атаковать врагов. Очки концентрации накоплены до превращения. Так, нет. Вот, понятно. А если не драться с тигром, можно в целом забайтить его. По-моему, можно было с ним еще драться, не? Диковинки. Ладно, изготовление. Как много всего пооткрывалось. Ладно, железный рогатый шлем. А, тонкая золотая нить нужна, которой снова у нас нету. Рог зверя кровавой луны, которого тоже мы еще... не находили. После успешного отражения атаки с помощью твердой скалы у меня точный расчет дает намного больше очков концентрации. Время перезарядки значительно сокращается при успешном отражении атаки. Ну, сет, понятное дело, прикольный, кстати, выглядит он. Зеленый, конечно, да. Цветовая палитра суперская. Но снова же это под стиль именно то, что отражение атак. При успешном отражении удара с помощью твердой дает очень большой бонус к урону следующей атаки, если она выполнена сразу. Окей. Ну, ботинки неплохие. Да, вот вызов бой. А, про диковину, то, что он сказал, он нам также еще и открывает третий слот по диковину. Что снова же круто. Очень круто. Шанс крита. Всегда полезно. Ну, я думаю, да. Если снова его вызывать на бой, ничего. В плане наград мы не получим никаких. Просто можно подраться, покайфовать. Надо, кстати, этот панки убрать. ОЕшка, конечно, огромная. Так, это не захват. Mm-hmm.
вроде бы нажал уклон. Вот как я и сказал, что он сразу говорит, что это грязный прием. Что круто, кстати. Я хилялся. Ладно, не хочет он использовать захват. Понятное дело, что он нас не убивает. А говорит, чтобы мы приходили позже. А, погнали, посмотрим на превращение его. Уже четвертая. Вот он. Просто жесть, дядя. Обычная атака. ПКМ. Это мощная вот атака рассечения. Но... и отражение. Можно подраться с тигром на равных, как говорится, друг на друга. Давай, появляйся. Все, кончилось. Наша халява. Вот это был захват. Ты будешь делать захват, пац? Не успел.
Ладно, фиг с ним. Да-да, не поддаются. Но я тебя уже победил. Но, окей. Вот такой вот хаб. Сразу пришли свои порядки. Надавалим. Опа. Что мы можем собрать? Так это наши... наш урожай. Ну, 2 из 8, поэтому пускай копится. Прикинь, макака, я победил. Пить будешь? Все, подбухнули. Хорошо. А, давайте почитаем по поводу тигра и Ченьлуна. Сначала с Луна начнем. А, желаю улыбки, удачи. Но, встречая горькую борьбу, трудится у темных вод, в жизни имея лишь мрак и тоску. А последние надежды уходят в той стране красок. Зеленый принес ему дар, долгожданный плод которого сладок. На столе лежал развернутый свиток, окруженный 4 фигурами. Тощая обезьяна и обрезлой собакой, старым луном и свирепым тигром. Старый лун спросил высшее божество, послал там такое сокровище. Знаете ли вы его намерения? Тощая обезьяна странно засмеялась. Не знаю, может, его нужно повесить для украшения. Если вам не нужно, я обменяю его на вино. Облизлая собака, держа веер из пальмовых листьев, дважды обошла вокруг стола и сказала: нас изгнали в мир смертных из-за дела великого мудреца. Несомненно, это как-то связано с этим. Однако он... его голос затих, не знаю, как продолжить. Свирепый тигр, раздраженный колебаниями собаки, спросил: ты хочешь сказать, он здесь, чтобы помочь нам или навредить? Обрезлая собака обмахнулась веером и ответила: такие глубокие вопросы нельзя обсуждать так грубо. Старый лун спросил: что у вас на уме? Тощая обезьяна развалилась на своем месте и сказала: не помогать, не помогать, я всего лишь пьяница. Что хорошего я могу сделать, кроме как заработать немного денег на вино? Остальное меня не касается. С этими словами он закрыл глаза и притворился спящим, больше ничего не говоря. Свирепый тигр усмехнулся и добавил: я только умею ковать. Если кто-то приходит за моей помощью, я помогаю. И это все. Облизлая собака, становясь все более беспокойной, воскликнула: почему вы так все боитесь? Мы раньше действовали справедливо. Посмотрите на нас сейчас, как будто может стать еще хуже. Я помогу. Старый лун быстро вмешался: брат, терпение, мы понимаем твои намерения. Нам нужен план, чтобы, если высшее божество нас упрекнет, у нас был ответ. Он сделал паузу, остальные трое кивнули в знак согласия. Он продолжил: поскольку у нас один план, давайте действовать соответственно. Каждый из нас должен подготовиться и отправиться в назначенный день. Окей. Ну, в общем, боялись. Ну, оно и понятно, как бы. Все боятся силы. Ветер раздувает пламя, молот бьет. Мечи танцуют, лезвия сметают пыль. С железной волей находит свой путь. Между покоем и движением величие будет жить. В зале Юаньчэнь тигр Инь стоял перед наковальней, ударяя молотом. Несколько молодых даосских учеников окружали его, раздувая огонь и подбрасывая дрова и уголь в печь. Вдруг двери зала распахнулись, и мальчик-привратник бежал вместе с великим мудрецом. Тигр Инь бросил взгляд на учеников, и те быстро покинули зал. Великий мудрец подошел к наковальне, бросил на землю комплект доспехов и поставил ногу на край наковальни и засмеялся. «Братья Игорь, эти доспехи, что мне дали бессмертные, мне совсем не подходят. Почему бы тебе не улучшить их для меня? Я доверяю твоему мастерству». Про великого мудреца — это про нас. Ну, про Сунь-Куна говорится.
Тигр Инь взглянул на облачные сандалии великого мудреца и сказал: «Ты приходишь просить моей помощи с таким неуважением? Убери ногу!» Великий мудрец с нахальной улыбкой на лице опустил ногу и сказал: «Мне не дело до этих великих правил наверху. Мы знаем друг друга уже много лет. Зачем утруждать себе манерами?» Тигр Инь не ответил. Великий мудрец схватил большой тесак, который тигр ковал, проверил его вес, покачал головой. «Слишком легкий, он тебе не подходит». Тогда тигр поднял доспехи с земли, осмотрел их и сказал: «Твои золотые доспехи превосходны. Зачем возиться с этим металлом?» Великий мудрец запрыгнул на большое кресло тигра и засмеялся. «Ну вот почему я принес их сюда. Тебе не нужно тратить на них свои усилия. Если кто-то спросит, просто скажи, что работаешь над ними». А тигр Инь отказался. «Забери их обратно, я не буду участвовать в твоем спектакле». Великий мудрец не обиделся. Он развязал драгоценную тыкву у себя на поясе и сказал: «На самом деле я пришел выпить. Позови всех. Не забудь пригласить моего доброго брата Шень, обезьяну, и принеси его домашнее вино. Чтобы пить мое, вам нужно что-то предложить». Интересно. Позже великий мудрец пил и веселился со всеми в зале Юаньчэнь, пока не напился до беспамятства. И его пришлось отводить обратно небесным чиновникам. После его ухода тигр Инь заметил, что доспехи все еще лежат рядом с его наковальней. Что аж придется вернуть их ему в другой день. Ну да, Сони-кун, в общем, в своем репертуаре. Улучшение. Сокращает время перезарядки всех заклинаний. Изменения. Неплохо, но в целом можно, конечно, взять. Но потом. Хорошо. А с хабом мы полностью разобрались на данный момент. И с озером. Ну, точнее, левой ее областью мы тоже разобрались. Ну и теперь мы пойдем изучать правую область.